алгоритм действий по мирному свержению режима. Действия в Алматы и других областных центрах и городах, кроме Астаны. Протестующие собираются у акимата города. При достижении численности 50 тысяч человек в Алматы и 10-15 тысяч в других городах и областных центрах протестующие заходят в здание акимата. Власть переходит в руки протестующих, которые формируют органы местного самоуправления из числа представителей гражданского общества. Временное правительство назначает временного акима города. После формирования органов местного самоуправления и назначения временного акима сообщить об этом в социальных сетях. Все заместители руководителей местных силовых органов должны явиться в акимат города и публично сообщить о своем подчинении временному правительству. После формирования органов местного самоуправления и назначения временного акима, часть протестующих совместно с представителями силовых органов, перешедших на сторону народа, направляются в аэропорт города и заходят в него, и берут его под контроль. Зданием департаментов полиции, КНБ и прокуратуры заходят в них и берут под контроль. К телекоммуникационным компаниям «Хабар», «КТК», «Казахстан», а также компаниям, обеспечивающим телефонную связь и интернет, берут их под контроль. Временный аким сообщает о переходе города, области под контроль временного правительства.